же тайне в книге Римлян, в 11 главе, which we have not read often enough, которую мы недостаточно читаем. Here he uses the figure of a tree. Здесь он прибегает к прообразу дерева. To whom is he speaking? Но к кому он обращается? Romans, к римлянам, Italian Christians, к итальянским христианам, who have asked the apostle a question. Которые задали апостолу вопрос. Is God finished with Israel? Так что Бог уже закончил с Израилем? They stoned the prophets, they slew the Messiah. Потому что они побивали камнями пророков, они погубили Мессию. Are we now the Israel of God? Have we replaced them? Так что мы теперь Израиль Божий? Так мы вместо них, что ли? Are they finished in God's purposes? Так что уже закончились цели Божьи для них? God forbid you should think that. И он говорит, да запретит Бог так думать. They are only temporarily set aside. Они временно отставлены в сторону. They were broken off out of their own tree. Они отломились от собственного дерева. That you who were wild branches, чтобы вы, дикие ветви, might be grafted in, были привиты к этому дереву, to their tree, к тому дереву, and derive your life from their root, и чтобы вы брали жизнь с их корней. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. О, глубина мудрости и познания Божьи. I'm so grateful for this. Я так благодарен за это. That you can never go on as Christians independent of that tree. Что вы никогда не сможете продолжать свою христианскую жизнь независимо от этого дерева. God did not destroy the tree. Бог не уничтожил дерево. And raise you up as a Gentile equivalent. Понимаете, воспитывая вас как языческий эквивалент. He has but one tree. У него только одно дерево. And its roots are deep. И корни у него глубокие. Into the life of God. В жизнь Божью. You know what I learned? Вы знаете, чему я научился? A wild olive tree never bears fruit. Дикое оливковое дерево никогда не приносит плоды. I thought, well, maybe stunted fruit. Stunted, shriveled. Может быть, какие-то дикие, знаете, какой-то такой... No, no fruit at all. Плохой плод. That's the nature of the wild tree. Понимаете, нет вообще получается никакого плода. Это природа дикого дерева. Its branches only become fruitful in one condition. Его ветви становятся плодовитыми только в одном, при одном условии. When it is grafted into their tree. Когда эти ветви прививаются к хорошему дереву. Out of which they have been broken off. Понимаете, от которых когда-то были отломлены. This is the mystery, saints. Понимаете, это тайна, святые, это тайна. And how long shall they remain disconnected? И сколько еще времени Израиль будет в таком вот разделении от этого дерева? Until God will graft them in again. До тех пор, пока Бог опять их не привьет. For God is able. Потому что Бог может. If he was able to graft you in who are wild, если он мог привить вас, диких, how much more to graft in the natural branches? То насколько же легче ему привить естественные ветви? So that Paul says, what will their return be? Поэтому Павел говорит, каким же будет возвращение этих ветвей? But life from the dead. Как не жизнь из мертвых. You haven't seen anything yet. Вы еще ничего не видели. Until that people are restored. Вы увидите, когда будет восстановление этого народа. И когда этот мир наполнится плодами. Calling, когда они исполнят свое призвание. О чем Бог говорит, что это непреложно, это то, что не отнимается. Это народ священников и света этому миру. Yourself, хорошо, так что же насчет вас? Paul says that through their fall, salvation has come to the Gentiles. Павел говорит, что через их падение спасение пришло к язычникам. Well, we knew that. Ну, мы это знали. But he's not finished yet. Но он еще не закончил. Salvation has come to the Gentiles. Спасение пришло к язычникам. So as to move them to jealousy. Для того, чтобы возбудить ревность у евреев. Are you listening, dear saints? Вы слышите меня, святые? This is a once and for all occasion. Это случай один раз в жизни. I don't know that I'll be back. Я не знаю, вернусь ли я к вам. I don't know that you'll have another messenger like me. Я не знаю, будет ли у вас проповедник такой, как я.
You have a purpose for your salvation. У вас есть цель для спасения. Beyond yourself. И эта цель превосходит вас самих. Beyond your own benefit. Которая превосходит ваши. Beyond your own enjoyment in the faith. Вашу собственную пользу в этом и также ваше наслаждение. You're locked into a mystery. Понимаете, вы просто завязаны с тайной. Вы просто привязаны к тайне. К ним, с которыми вы ничем не были связаны. И они ничего не имели общего с вами. Потому что язычники и иудеи исторически враждовали друг с другом. Но вы вернете их. Because salvation has come to you. Потому что спасение пришло к вам. Для того, чтобы возбудить в них ревность. To receive the gospel, which up till now they have been the enemy. Для того, чтобы они поверили в то Евангелие, на которое они до сих пор враждебно смотрят. By a demonstration of a kind that has not yet been made. Через демонстрацию, через то явление, которое еще не появилось. By bearing fruit. Через плодотворность, через плоды of a covenant kind, плоды завета, that Israel ought rightly to be bearing, которые по идее, по праву должны нести израильтяне, but cannot, но не могут, cut off from its own tree, потому что они отрублены от своего дерева, as its own present life in the state of Israel indicates. Что мы видим уже по состоянию государства Израиля на данном этапе, они должны увидеть эти плоды от вас. Какая демонстрация, какое явление. Это евреи, это еврейские плоды от древнего дерева, чья жизнь Бог движется через эти ветви для того, чтобы продемонстрировать такую реальность до такой степени, что евреи возревнуют, чтобы они могли быть привиты опять к своему дереву. Будете ли вы рады, если они привьются опять? Да? Yeah? You won't be you won't be jealous that they have returned? И вы не будете ревновать, что они вернулись? You won't feel that God has taken from you some measure of glory that should be yours exclusively? И вы не будете чувствовать, что Бог обделил вас какой-то славой, которая по праву вроде принадлежит вам. Не будете ли вы как тот старший брат, который не хотел прийти на пир к младшему брату, когда пир был? And resented that the father ran to greet him and give him a ring, a kiss, and a feast. Который обиделся за то, что отец побежал встречать младшего сына, что подарил ему перстень, за то, что обнял, поцеловал его, одел его в одежды. You won't pout. You won't feel set aside. И вы не будете как-то обижаться, не будете прятаться. Back into their own tree. Вы наоборот распростёрете свои объятия тем, кто возвращается к своему дереву. I'm blessed to hear that. Я благословлен этим. Now listen, dear saints. А теперь послушайте, дорогие святые. There's no question that you have been grafted in. Вопросов нет, что вы были привиты. But if you are not consciously grafted in. Но если несознательно вы привиты. If you are not consciously grateful for having been grafted in. Если нет сознательной благодарности с вашей стороны за это привитие, if you are not consciously identified with that tree, that people, that nation, если нет сознательного сопоставления с тем народом, с той нацией, с той страной, you might just as well be back in your old wild tree. То может быть, вы можете вернуться к своему старому дикому дереву, потому что вы не будете приносить плод, unless there's a conscious, willful, joyful identification with the tree. До тех пор, пока не будет сознательного, радостного, плодотворного сопоставления с этим деревом. And not just a technical one.
Они просто с каким-то техническим деревом или с каким-то поверхностным. Потому что жизнь Божья течет через корни, в ветви. When the branches are consciously aware that they are joined to that tree. Когда ветви постоянно сознают, что они привязаны к этому стволу. And are grateful for the privilege. Когда они благодарны за эту привилегию. This is identification. Вот оно, сопоставление. And only by it does the life of God flow. И только благодаря этому жизнь Божья течет, которая создает или формирует плод вечный. And I think that the church over the world tonight. Я думаю, что церковь по всему миру в этот вечер is more dead than it knows. Мертва больше, чем осознает это. I have been a believer 36 years. Я верующий уже 36 лет. And it seems to me that the amplifiers are getting louder. И мне все время кажется, что усилители становятся все громче. The church's worship is more demonstrative, more physical. И мне кажется, что прославление церкви становится более демонстративным, более физическим. It's almost as if the church senses a lack of something. Такое ощущение, что ощущения церкви просто притупляются, что-то не хватает. To create the impressions of life. И церковь начинает вроде как подкачивать впечатление жизни. Through sound, through activity, through через какие-то мероприятия, через еще что-то. It's because it is not connected. Потому что она не соединена. Because it's ashamed. Потому что она посрамлена. To be identified with that tree. Потому что ей стыдно, понимаете, сопоставиться Because с тем деревом. Because it chooses to be proud and independent. Потому что церковь просто решает быть гордой и независимой. And self-sufficient. И самодостаточной. And have its own programs. И вести собственные какие-то программы. Oh yes, and prays for the peace of Jerusalem every once in a while. И да, время от времени она молится за мир в Иерусалиме. It might even make a tour. Может быть, она даже турне делает по Иерусалиму. But its own image of itself. Но дело именно в самом образе. Its own understanding of itself as church. В ее собственном понимании себя как церкви. Derived from a Greek word. Которая исходит от греческого слова. Has lost all consciousness of its connection. И в этом это слово просто потеряло свое сознание своей связи. With that one despised people. С тем одним ненавистным народом. Calculated to keep you humble. Которые по идее должны смирять нас. Dependent. Которые, по идее, должны related, помогать нам быть зависимыми и, like Jesus, и связанными к этим деревом, как Иисус. For whom they are still the apple of his eye. Понимаете, а для Иисуса они до сих пор Though they blaspheme his name in every nation, хотя они хулят имя Его во всяком народе, they cannot alienate his love. Они не могут отчуждаться Его имени. He's identified. Потому что он с ними. That's how his ministry began. Вот с этого началось его служение. He went down into the Jordan River. Он спустился в реку Иордан. To be baptized of John. Для того, чтобы креститься от Иоанна. Israel was repenting of its sins. Израиль каялся в своих грехах. It knew the kingdom of God was near. Он знал, что царство Божье близко. Its sins were horrible and ancient. Его грехи были ужасные и древние. So much so that they would not even be able to recognize the Messiah. Они были такими ужасными, что даже не давали евреям увидеть Мессию. The baptism unto John was a baptism of repentance from sin. И поэтому крещение от Иоанна это было крещение от грехов. And John did not want to baptize Jesus into that. И Иоанн не хотел крестить Иисуса в этом. He's the Holy Son. Потому что Иисус это Святой He's Сын. Israel's deliverer. Это израильский освободитель. He doesn't want to come into that dirty, muddy, filthy water.
Он не должен входить в эту грязную воду. He needs to keep himself at a distance. Он должен стоять на дистанции. And maintain his holiness and integrity. Он должен соблюсти свою святость. How else shall he save? Иначе как же он? This is his first act. Но иначе как же он спасет? And because of it, the heaven opened. Понимаете, но это был его первый акт, и благодаря которому небо открылось. The Spirit of God came down as a dove. И Дух Божий спустился как голубь. And abided upon him. И почил на нем. Even the voice of the Father. И даже голос Отца Небесного. This is my Son. Сказал, это Сын мой. In whom I'm well pleased. В котором мое благоволение. I'm so delighted for what he has done. Я так доволен тем, что он сделал. I didn't make him do it. Я не заставлял его это. He chose to do it. Он избрал это. He chose to be identified with Israel. Он избрал сопоставление с Израилем. Not in her success. Не в успехе израильского народа. But in her sin. Но в грехе этого народа. You're going to have the opportunity. У вас будет такая возможность. Israel's condition will worsen. Состояние Израиля ухудшается. It says in Jeremiah 30 and 31, your sins will be worse than your father's. В Иеремии 30:31 сказано, что грехи ваши будут хуже грехов ваших отцов. The world will increasingly despise you. И этот мир будет все больше и больше ненавидеть вас. You might even stoop to the use of nuclear weapons to defend yourself. И может быть вам придется спуститься так низко, что воспользоваться ядерным оружием, чтобы защищаться. And some preemptive strike because you are trying to forestall an attack. Каким-то preemptive. You hit before the enemy does. То есть и вам, может быть, прежде чем вас побьют, может быть, вам придется делать удар первыми для того, чтобы не ударили вас. I can only guess at what the circumstances might be. И мне только приходится догадываться о том, какими могут быть обстоятельства. But it will become a nation hostile to the world. Но этот народ будет враждебным, точнее, для всего мира будет смотреть враждебно на этот народ. Will you be identified then? И тогда вы будете, и сможете ли вы сопоставить себя с этим народом в тот момент, and if they are violently forced out of Israel, когда они будут просто насилием вытеснены из Израиля, and in all nations where they are, во всех народах, и также из всех народов, в которых они сейчас живут, Ukraine, когда они будут бежать через smelling Украину, and stinking, когда они будут... когда от них будет неприятный запах, когда от них будет вонять, with just the shirt on their backs, и на спинах будет только рубашки. As the least of these, his brethren, и признаете или узнаете ли вы их в тот момент как меньших братьев своих? And take them in, и примете ли вы их? At sacrifice to yourself, для того чтобы и пожертвуете ли вы собой? Because they are your brethren also. Потому что они тоже ваши братья. You'd have to be remarkable Ukrainians. Вы должны быть просто необычными украинцами. It will be a complete reversal of your history with the Jew. Понимаете, это будет просто переворот в вашей истории относительно евреев. Something that could never be naturally explained. Это то, что естественным образом невозможно будет объяснить. Only spiritually. Только духовно. It will measure the truth of your relationship with the Lord. И это покажет меру вашей истинной отношений с Господом. And his identification with his people. И его сопоставление с собственным народом. Will be yours also. Это сопоставление будет и вашим. To the degree that you are identified with him. В такой же мере, в какой вы сопоставляетесь с Христом. In union with him. В единении с ним. That his life is your life. Когда его жизнь ваша жизнь, and the character and the spirit of that life, и когда характер и as well этой жизни, as its nature and character will be yours, когда сама природа становится вашей, you cannot act otherwise, вы не можете вести себя иначе, you don't have to raise yourself up to a religious posture. Понимаете, не нужно никакой, знаете, благочестивой осанки. You will have to extend mercy.
Но нужно будет просто простереть милость. Because you are in union with the God who is mercy. Потому что вы одно с Богом, который есть Even милость. If it requires your life. Даже если при этом потребуется вся жизнь ваша. That will move them to jealousy. Вот что вызовет в евреях When all the world hates ревность. Them, когда в тот момент, когда весь этот мир ненавидит их, there yet exists a strange people. Вдруг существует народ, странный народ, who are not Jewish, которые не евреи, but neither are they Gentiles. Но и не язычники. They are another kind. Это особенные люди. Of a transcendent kind. Такие вот превосходящие. Who have risen above culture, nationality, которые, and history. Которые превзошли рамки национальности, традиции и так далее, и культур. The Israel of God. Это Израиль Божий. Who live from his life. Который будет жить ради жизни и жить на его жизнью. Well, thank you with for your patience. Я благодарю вас за ваше терпение. Can you take about 5 minutes more? Еще 5 минут можно? One last concluding thought. Еще одна заключительная мысль. In Psalm 102. В Псалме 101. That shows that God has an historic moment. В этом псалме показан исторический момент. He's waiting for something. Что Бог ждет чего-то. Not for Israel to perform. И это то, что не Израиль должен осуществить. For Israel will be reduced. Потому что Израиль будет просто уменьшен. And be capable of nothing. И он ни на что не будет способен. Anything that comes to it must come from outside of it. И поэтому, если что-то и должно произойти, то оно должно произойти будет извне. Like the dry bones of Ezekiel 37. Как те сухие кости, о которых речь идет в 37 главе Иезекииля, которые не имели ни надежды. Которые были просто обрезаны до тех пор, ожидая, чтобы кто-то произнес слово им, который бы повелел им пророческим властью пророческой, верой с любовью, желая увидеть воскресение, который не желает видеть их смерти. И не Бог исполнит это. Это Сын Божий. Это Сын Божий, raised to prophetic fullness, который восстанет в пророческой полноте, speaking for God as God, который будет говорить за Бога, как who alone will raise Israel from the dead, только Он поднимет Израиль из to bless мертвых, all the families of the earth, для того, чтобы благословить все for what народы shall their этой be? Земли. И каким будет их возвращение? But life from the dead. Каким? Как не воскресением из мертвых. Но каким образом они получат жизнь? Если не Бог сам проговорит к ним. У них есть еще. В тот день есть еще один. Кому он повелит пророчествовать? У кого есть вера, чтобы верить, что эти кости могут жить. И веру, и кто и будет иметь веру, которая действует любовью, а не сентиментами, не сентиментальностью. Иначе вообще не будет никакого действия. Поэтому, дорогие святые, послушайте. Я сейчас не упрашиваю, не умоляю вас, как еврей, за Израиль. Я просто упрашиваю вас как слуга ради церкви. Потому что вы не придете в свою полноту. Вы не придете к своей вечной судьбе, своему предназначению, независимо от них. Вот она тайна. Вы просто привязаны друг к другу. Ukrainian Gentiles. Украинские язычники, like the Lithuanians, как литовские, the Polish, как польские, that the Germans themselves did not have to do the dirty work. Для того, чтобы ни одним немцам they had plenty нужно было of делать willing эту работу. Volunteer labor. Oh, plenty of willing volunteer labor. Потому что много нужно будет делать работы добровольно. From all the nations where the Jews were destroyed.
Из всех народов, где евреи были уничтожены. God wants to be glorified in the same place. Бог хочет явить свою славу или быть прославленным в тех же местах. By a people who will save their life. Через тех людей, которые спасут их жизнь и не уничтожат их. Because they are your people. Потому что это потому что они ваши люди, потому что они ваши братья. Вы один народ с ними. Вы были привиты в их дерево, в их тело. И вы это знаете. И вы благодарны за это. И вы радуетесь. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Им понадобится сострадание Божье. Если он не поднимется, если он не поднимется за них, чтобы быть с ними, понимаете, если он не придет с Сиона, не будет никакого избавления. Но чего же ждет он? Что это за назначенное время, которое должно прийти? И пришло время. For your servants hold its stones dear and have pity on its dust. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. О, dear saints, о, дорогие святые, if you could know what is in this one statement, если бы вы знали, что содержится в этом одном утверждении, the depths of the mystery concealed in this one statement, та глубина тайны, которая сокрыта в этом одном утверждении, for which God waits, чего ждет Бог. And he cannot act until it comes. И он не может действовать до тех пор, пока не наступит it does этот момент. Not come from Israel. Это не придет от Израиля. They are needing the compassion and mercy of God. Потому что они нуждаются в сострадании и милости Божьей. It comes from the servants of God. Это исходит от рабов Божьих. What kind of servants? Но от каких рабов, от каких слуг? Who have compassion on her dust? Которые сострадают или жалеют о прахе ее? And pity on her stones. И жалеют камни его. That's not a statement of archaeology. Это не просто какое-то утверждение археолога. It's not the love of the ancient ruins of the Middle East. Это не любовь к каким-то руинам Среднего Востока. It's the love of Haifa, Tel Aviv, Jerusalem and Tiberias. Это просто любовь к Хайфе, к Тель-Авиву, Иерусалиму и Тиберию. When these modern cities of Israel, когда эти современные города Иерусалима и Израиля будут просто уничтожены просто in the devastation that will and must come, в том опустошении, которое придет и должно прийти. And all the world will be delighted for it. И весь этот мир будет просто счастлив, что это произошло. They have it coming, they deserve it. А, вот они заслуживали этого, и вот и получили. But there'll be a strange people in the earth, но будет странный народ на этой земле, who will not be rejoicing with the unregenerate world, которые не будут радоваться в этом невозрожденном в мире за счет Израиля. За счет Израиля, за счет несчастья Израиля. Они будут сострадать об этих камнях. Они будут жалеть этот прах. This is more than sentiment. Это не просто какие-то сентиментальности. Это сопоставление. With Israel not at her best. Когда Израиль не в самом лучшем свете, когда он в своем погибшем состоянии. For these judgments are from God. Потому что эти суды придут от Бога. In keeping with the iniquity of the nation. And yet you are identified. То есть, когда вы видите такое ужасное состояние, и однако like Jesus, вы остаетесь с этим народом, как Иисус, который пошел в Иордан креститься, понимаете, не в какое-то достоинство Израиля, а для того, чтобы войти в And it pleased the Father. С грехами этого народа. И это было угодно Отцу. And it will please him again. И это будет угодно Ему еще раз. In that day. В тот день. The set time to favor Zion has come. Потому что пришло
пришло назначенное время. Я видел благоволение к Израилю. Это то, чего ждет Господь. Он уже давно ждет это. And has not received from the church. И это еще не исходит от церкви. An identification with Israel. Это то, что еще он не получил от церкви. Сопоставление с Израилем, которое такое сознательное, с желанием. And the nations will be so astounded. И народы будут настолько удивлены, настолько... That they will fear the name of the Lord in verse 15. Что они устрашатся имени Господня в 16 стихе. И убоятся народы имени Господня и все цари земные. Славы Твоей. Созиждет Господь Сион и явится в славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Пусть напишется об этом для рода последующего и поколения грядущего во славе Господа. Ибо Он приникнул со святой горы Своей. To hear the groans of the prisoners. С небес презрел Господь на землю. To set free those who were doomed to die. Чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. So that the name of the Lord may be declared in Zion. Чтобы возвещали на Сионе имя Господню. And His praise in Jerusalem. И хвалу Его в Иерусалиме. When people gather together. Когда соберутся народы вместе. And kingdoms. И царства. To worship the Lord. Чтобы поклониться Господу. Oh, read it for yourself. Сами прочтите. Believe it for yourself. Сами поверьте. This is not poetry. Это не какая-то поэзия. This is the consummation of all the ages. Это заключение всех веков. Something is set in motion. Что-то сейчас происходит. A set time has come. Время назначено пришло для того, чтобы явить благоволение Израилю, для того, чтобы народы просто соблюдали, это просто национальное чудо. God will restore Zion. Бог восстановит Израиль. The nations will acknowledge him. И народы признают его. And come to worship him. И придут поклониться ему. The name of the Lord will be declared, set forth, revealed. Имя Господне будет провозглашаемо. His name is what he is. Его имя это он сам. A God of mercy and love. Это Бог, Бог милости Both to Gentiles and to Jews. Для язычников и иудеев. And he's waiting to see it. И он ждет, чтобы увидеть это. When it will come from you. Когда же это придет от вас? Not as a religious obligation. Не как религиозное какое-то обязательство. But issue out of your life. Но как что-то исходящее из самой жизни вашей. Because you are grafted into the tree. Потому что вы привиты к дереву. Willingly. С желанием, gratefully, с благодарностью, joyfully, с радостью. And you're not ashamed of that tree. И вы не стыдитесь этого дерева. Whose trunk is ugly and disfigured from time and history. Ствол которого просто уродлив и просто изуродован от времени. But its root is holy. И от времени и от истории, но корень которого свят. And you are deriving its life. И вы берете жизнь от него. Because you are willfully, humbly, and consciously joined. Потому что вы с желанием и сознанием и смирением присоединены к нему. You are building alongside the place of Jewry's death in Kiev, Baba Yar. Your presence there. Ваше здание, которое вы строите рядом с Бабьим Яром, ваше присутствие is not an accident of available real estate. Это не просто случайное здание, которое просто появилось в вашем распоряжении. It's a symbolic statement. Это просто символическое of the fulfillment of a mystery. Заявление о исполнении чуда. Of a church that chooses to be located. О церкви, которая избирает это место. In identification with Jewry's suffering and death. Понимаете, сопоставление с еврейским страданием и смертью. Because you are one with them. Потому что вы одно с ним. Even while they're yet sinners. Потому что хотя они были еще грешниками. The fullness of the Gentiles has come in. Понимаете, пришло
пришла полнота язычников. Not only numerically in number, не только численно, but in quality, но также и качественно, and in character, и в характере, like its God, как ее Бог, with как их Бог, it is joined, к которым они присоединены, in the tree of life, к дереву жизни. Lord Jesus, Господь Иисус, mercy, Lord, милость, Господь, in understanding for this people, и понимание, Господь, дай этим людям, and beyond them through the cassette of this message, и даже более дай тем людям, которые будут слушать кассету этой проповеди. Let this word go far and wide through the Ukraine and Russia. Пусть это слово пойдет далеко и по всей Украине и России. Churches that are indifferent. Для церквей, которые безразличны, alienated, которые отчуждены, have no thought for the people Israel, которые даже не думают о народе Израиля, ashamed, которые стыдятся, not wanting to be identified, которые не хотят сопоставиться, they are the Israel of God, потому что они считают себя Израилем Божьим, они считают себя пришедшим царствием Божьим, они сами думают, что все смогут. Независимо, нет необходимости быть в связи с этим народом или привязанным к ним. Они мертвы, хотя еще живут. И они могут повышать громкость своих усилителей, но эта громкость не вытеснит смерть. Они могут ездить в Торонто. It will not alleviate the death. Но Торонто не вытеснит Maybe смерть. Only momentarily, может быть, на время всего by the grace of God. Благодатью Божьей. They must go to the place where God has designated, они должны пойти туда, где назначено where Богом. He has put his life, туда, где Он поместил in his свою great жизнь wisdom, и свою великую мудрость, knowing the pride of nations, зная гордость народов in their tree. В том дереве, and if you're going to have life, в том их дереве, если вы хотите иметь root, жизнь, то жизнь возьмете из этих корней, or you'll not have it at all. Иначе ее у вас не будет вообще. This is a great congregation, это замечательное собрание, and I desire that it should remain great, и я желаю, чтобы это собрание and пребывало be великим, и чтобы оно было еще более великим, to affect its nation and nations, чтобы оно повлияло на этот народ и на народы, и на народ израильский. Because it has at its foundation, только потому, что в фундаменте у этого собрания a conscious awareness, есть сознательное, есть просто сознание. Это просто желанием избрания, то есть глубокое признание, that keeps it in the humility of God, которое все это хранит в смирении Божьем. It's conscious relationship, такие сознательные отношения, with a despised people, с ненавистным народом, because it's God's identification also, потому что это Божье сопоставление, and your life, и ваша жизнь. Lord, bless this people. Господь, благослови этот народ. Bless this word to them. Благослови эту проповедь для них. It's a mystery word. Потому что это слово о тайне. It's a prophetic proclamation. Это пророческое заявление. Let it go deep into its foundations. Пусть оно пойдет, зайдет глубоко в фундамент. Haunt them with the word. И пусть оно просто преследует их. To re-examine the scriptures. Пусть они и по новой посмотрят на Писание. To remember. Пусть они помнят, what we have forgotten, что мы забыли, that we who were once far off, которые были когда-то without God, далеко, without hope, без in the world, Бога, без надежды в этом мире, drinking beer out of skulls, которые из черепов, fornicating and killing, пили пиво, занимались блудом, have been brought near, которые просто были приближены into the commonwealth of Israel. В благосостоянии its covenants, Израиля, promises and hopes, в заветные обетования и надежды, the knowledge of its God, в познание их Бога, it's so great salvation. Какое великое спасение. Lord, may this church be known, пусть эта церковь, Господь, будет for известна its gratitude, своей благодарностью and its humility, и своим смирением, not its success, а не своим успехом. And in that condition, и вот в этом условии или в таком состоянии
придет Избавитель Сиона, потому что время назначенное пришло для того, чтобы явить благоволение из Сиона, потому что твои люди жалеют ее прах. У них есть глубокое сопоставление с грехами и судом, а не с ее успехом. Время пришло. You have a people in the earth, у вас есть народ на этой земле, которые любят вас. Seal this word, слушайте это слово and perform it, и исполните его. And receive the praise, the glory, and the honor, и получите за это for the mystery, славу и хвалу. For the mystery, за тайну, so long concealed, тайну, которая так давно сокрыта, now being revealed, теперь открыта. And now being fulfilled. И теперь исполняется. In those places in the earth where men would think least to expect it. В тех местах этого мира, где люди меньше всего этого ожидают. Lithuania. В Литве. Poland. В Польше. Ukraine. На Украине. Russia. В России. That have been the graveyard for Jews for centuries. Это те места, которые были могилой евреям столетиями. Now becomes their salvation. Теперь эти места станут для них спасением. By the grace of God. Благодатью Божьей. In the church. В церкви. That is the church indeed. Которая по-настоящему церковь. Grafted in with. Привитая к ним. Perform it, Lord. Господь, исполни. And receive the eternal glory. И получи за это вечную славу. And our gratitude. И наша благодарность. For participation in this mystery. И нашу благодарность за участие в этой тайне. That saved us from pride. Которые спасают нас от гордости. From self-exaltation. От самовознесения. As we see the increase of our numbers. Когда мы видим увеличение численности своей. And our accomplishments. Когда мы видим свои достижения. You keep us anchored. Господь, держи нас на якоре своем. In the reality of God. В реалиях Божьих. That we are not some independent expression. Чтобы мы не были каким-то выражением какой-то независимости. But joined. Но чтобы мы были присоединены with a despised nation. К той нации презренной. It keeps us in the right place. Мы будем держаться на правильном месте. Even as it will bless them.